Знакомьтесь, это новинка. Это Contigo 2020 модельного года. Это новая серия Contigo Couture Collection. Она чем-то похожа на крупную Pinnacle. Pinnacle постепенно уходит с рынка, остаются вот эти. Все кружки серии Couture, они с принтами. Есть принты под дерево, нетривиально, но тем не менее выглядит очень классно. И есть мраморный цвет, но он на видео и на фото выходит бледноватым, в жизни смотрится вообще очень-очень-очень впечатляюще. Принты нанесены совершенно по-другому, не по той технологии, как у их конкурентов. По износостойкости, в принципе, должно быть все в порядке, потому что это демонстрационный образец, вот у него никаких сколов за более чем месяц не обнаружилось. Это цвет Blonde Wood, то есть бледное дерево. Есть более яркие варианты, есть, наоборот, более темные, то есть это такой средний вариант. Что в этой кружке есть по технике? По технике это 5 часов горячего сохранения, 12 часов холодного напитка. 420 мл, то есть достаточно внушительный объем. При этом, ну, то есть сюда влезут большие кофе, в принципе, даже можно большой чай. Конечно же, весь пластик без фенола А, то есть вот он не выделяет. И, ну, конечно, есть технология AutoSeal, то есть автоматическое закрывание. Вот есть улучшенная, ну, тактильно улучшенная кнопка, то есть она сейчас имеет металлическое покрытие. Каждый раз, когда вы делаете глоток, вы просто на нее нажимаете, она открывает клапан, и вы пьете. Даже если вы роняете, клапан автоматически закрывается. Есть, конечно же, предохранитель клавиша для того, чтобы кнопка AutoSeal не нажималась, например, в сумке. И из интересного, вот этот вот выступ, он, в принципе, нормально цепляется за край сумки или за край кармашка внутри сумки, или, ну, как-то по-другому можно использовать. Думаю, что можно даже, в принципе, носить на ланьярде, но это уже личные доработки. Черный пластик, то есть, в принципе, это будет надолго и опрятно выглядеть. Красивый цвет. Колбу, конечно, не стоит мыть в посудомоечной машине, потому что цвет не подготовлен на устойчивость. На устойчивость сделан серия Lux. Она имеет достаточно такие, ну, цельные цвета, без принтов. Есть просто stainless steel, она выдерживает. Здесь же отлично, как всегда, можно мыть крышку в посудомоечной машине. Специально открывается клапан, чтобы и вода не задерживалась, стекала, и хорошо вымывались все вот эти вот внутренности. Из личного опыта так оно и есть. То есть классно, крышку моет посудомоечная машина великолепно. Что по качеству колбы? Здесь термоизоляция – это действительно настоящий вакуум, то есть, ну, не двойная прослойка с воздухом. Собственно говоря, за счет вакуума, ну, и можно обеспечить такие выдающиеся показатели. К слову, это не термос, конечно, то есть 5 часов – это общепринятые для всех производителей, назовем их так, лабораторные, то есть при температуре 20 градусов герметично закрытая кружка в вертикальном положении. Крышка не имеет термоизоляции, в отличие от thermal bottle или термосов, как их у нас называют. И, конечно же, если жидкость касается, или как только вы делаете первый глоток, резко начинается остывание. Ну, то есть самое эффективное – это когда кружка находится вертикально. То есть вы пришли, например, в машину, поставили ее в подстаканник и так используете. По качеству колбы, как всегда, на высоте, то есть очень аккуратный край. То есть он настолько, ну, с одной стороны, он кажется островат, но при этом заделка его очень аккуратная. В принципе, даже можно вот так вот пить. Ну, личные предпочтения обсуждаются. Как всегда, колба сварена очень точно, без ужасных швов. То есть вот его едва можно поймать на видео. Ну, это очень похоже на лазерную сварку. Гарантия на эти кружки, как всегда, значительная. То есть производитель гарантирует год отсутствия протечек. То есть по механической части, конечно, если без воздействия механических из разряда вы ее роняли, тогда гарантия может быть
может не действовать, но, как правило, даже после того, как вы их роняете, на них остаются маленькие вмятины, едва заметные, потому что это сталь, это не алюминий, который быстро подвержен, там, набирает на себя. И, в принципе, эта кружка, ну, служит, судя по младшей модели Pinnacle, готова служить годами. То есть моя уже третий год Pinnacle вот с аналогичной крышкой просто радует. Эти кружки уже можно заказать. Они есть в магазине Calligraphy BY с доставкой по Беларуси. Рекомендую.